Так. Снова всем привет, с вами снова. Так, сейчас. Так. Так, все. Отключил я скайп. Снова всем привет, с вами снова Даклинг. И это уже третья карта. Это уже третья карта первой пары полуфинала. Турнира 1 на 1. И как вы можете видеть, эта карта на SF, по-моему, просто великолепный вариант для того, чтобы закончить, чтобы выяснить, кто все же лучше стоит на миду. Такие герои, на которых, прямо скажем, решают не только крипстат, не только добивание своих крипов, но также и ласхит. И это очень важно. Потому что вот действительно, герои такие, что никакой удачи. Вот кто лучше каесит, кто лучше распоряжается ненаправляемыми спилами, тот и победит. Видимо, то, что у ДНСика пока что идет все лучше, все чуть-чуть получше. У Бангола всего 2 души, тем временем как у ДНСика уже 7, и ему уже намного легче стоять. Все-таки при игре на SF 1 на 1 очень-очень огромную роль играет именно первая пачка крипов. Потому что вот все больше и больше сейчас будет душ. Уже плюс 19. Ну, в общем, ладно. Так, что-то я хотел сказать, совсем забыл. Просили меня, сказали, что стрим лагает. Вот написал я парочке друзей, вот как бы у них все хорошо. Они говорят то, что типа без единого лага, типа все у нас нормально. Я, конечно же, перезапустил стрим, сделал кодирование чуть-чуть поменьше. Меньше кадров в секунду, меньше я сделать не могу. И так стоит 30-ка. Меньше я просто. Если будет меньше кадров, то будут какие-то такие фризы, будет все немножко оторвано, так что в любом случае обязательно запись будет опубликована, сможете посмотреть повтор, я даже, наверное, сделаю все в одном видео. Я, наверное, да, так и сделаю, просто-напросто. Просто-напросто все в одном видео, и полуфиналы, и финалы, и бронзовый матч. Сделаю нарезку там, чтобы без всяких пауз, чтобы просто карта за картой шла. Там сделаю всякие, напишу тайминг, какая игра на какой минуте начинается. Ну так вот, я не знаю, как бы, что делать со стримом, чтобы ни у кого не лагало, как бы в любом случае. Прихожу все чаще к такому мнению, что в любом случае всем угодить не получится. И в любом случае у кого-то будет лагать, но уменьшать еще большее качество я просто не могу. Иначе глазу просто-напросто будет неприятно смотреть. Я, конечно, возможно, не знаю, вот руки пока не доходят. Нет, на это времени, возможно, подключу более быстрый интернет, и там смогу уже стремить в более хорошем качестве, и лаги уж точно должны исчезнуть. Ну, а пока вот только то, что пока что вот все, что я, так сказать, могу. Немного грустная нотка. Ну ладно. Что у нас по крипстатам? Видим мы то, что уже Бангол опережает ДНСика, хотя ДНСик лидировал. Видимо, или же нет. Или мне показалось. Прям не знаю. Вот почему-то я засыпаю, хотя не очень поздно. Встал вроде не так рано, но все равно прям что-то меня что-то плавит, что-то вырубает. Вроде как ДНСик все-таки лидировал по крипстату, но потом, судя по всему, Бангол опередил его. Или это просто из-за того, что сторонами снова поменялись, и я немножко еще не, так сказать, не скоординировался. Вот слово есть такое прям подходящее. Не откалибра... Так, ладно.
хорошее слово, но я очень плохо его выговариваю. Так, ладно. Видимо, что Бангол по-прежнему лидирует по крипстату, но души не увеличиваются. Прокачал всего на 3 свою пассивку. Так-то у него должно было уже быть 33 души, но 28 пока что всего лишь. А вот у Shadow, у Дэн Сика столько крипов, столько душ, сколько он добил. Опять же, видим мы немножечко разные сборки. Бангол просто-напросто докупил себе в разбан, ходит он с двумя ветками, а вот DNC все-таки решил, что не особо он нуждается в дополнительных статах. Лучше пусть он будет бегать чуть-чуть побыстрее. Ну, посмотрим. Сложно мне сказать, что тут лучше. Конечно, мне все-таки ближе, честно говоря, закуп именно Бангола, потому что все-таки на СФ эти статы, эти дополнительные пару урона, они все-таки довольно-таки важны. Денсик 25 крипов, у Банголу уже 31, и нужно, конечно же, добивать 36 и что-либо делать. Катки на СФ не бывают. Точнее, я вот не помню ни одной, честно говоря, игры на СФ, которая бы длилась дольше 12 минут, хотя вот это уже длится 7 минут, и вроде как игроки не особо стремятся лезть друг на друга под ТВРа, просто обмениваются кайлами и все. Сейчас Денсик забирает очень немало крипов. Манголкс также окидывается калами, не остается у него маны. 36 душ он имеет, в то время как у Денсика всего 28. Хотя, ну, нельзя сказать, что всего довольно-таки не так сильно он отстает от своего оппонента. Везет к себе, точнее, закупает Денсик перчатку. Интересно, что это будет. ПТ. Не армлеты. Даже не знаю. Как бы видел я одну каточку 1 на 1 на СФ, и один из игроков купил армлеты. Кстати, очень неплохо получилось. Он просто-напросто каждую тычку, каждый койл как-то особым образом эвейдил армлетом, но правда, у него еще был большой ХП реген. Не помню, что он купил, по-моему, даже Ring of Health. Он себе докупил, чтобы как бы армлет для него не был такой проблемой. Курьеры все еще те же. Кстати, еще что хотел заметить, и в прошлой игре, и позапрошлой даже, заметил такую фишечку, что у ДНСика Аквила и Базилка все время были выключены. У Бангола наоборот, у него всегда было все включено, и за счет этого он все-таки выиграл по ТВРам, ну, в смысле, больше дэмэджа он. Более целостный тавр у него был. Как бы, наверное, правильно именно так сказать. Приезжает ПТшечка все-таки к Денсику. Никакой это был не армлет. Аквил он выкладывает, чтобы быстрее. Чтобы, точнее, больше регена было.
Ну, Бангол, мне кажется, тоже будет себе докупать Аквилу. Везет он к себе два Кларити. Ой, точнее, у него уже есть Аквила. Это я что-то снова... Что-то меня прям плавит, не знаю. Не знаю, почему. Еще впереди много игр. Еще впереди второй полуфинал. Еще впереди матч за бронзу. И, конечно же, финал. А я что-то уже врубаюсь. Ну, думаю, вот будет перерыв после этой игры, отойду, там, обновлю себе кофеёк, и все будет круто. Отпивается он стиками, и Бангол все-таки живет. Все-таки он живет, и, кстати, у Дэн Сика уже появляется... А, нет, мне показалось. Мне показалось. Бангол, докупаю тебе фейзы к Дэн Сику. Долетают вот Magic Wand. Опять же, на этих героях Magic Wand это, по-моему, просто топ-1. Когда играешь 1 на 1 на SF, их, по-моему, эти Magic Wand это просто итем, без которых особого нет смысла играть, потому что... Слишком сложно без Magic Wand. Точнее, не то, что без него сложно. Слишком большое преимущество ты получаешь, когда его покупаешь. Набираются они просто с огромной скоростью. А видим мы то, что эти игроки не ленятся обмениваться кайлами. Поэтому с огромной скоростью набираются эти заряды. И это, конечно же, круто. Вот так вот красиво с двух кайлов забрал всех крипов. И что тебе везет? Везет тебе очередной отхил и, конечно же, кларити. Что у Бангола? 600 золота, что он будет покупать и отпиваться, кстати, с вандов. Кстати, еще заметил, что в лесу сегодня, как-то там комментировал другую игру, заметил, что в лесу Radiant светлячки прям активно пиликают, а в лесу Dire они замолкают. Не знаю, прям это как-то не совсем логично. Светлячков нету? Светлячки есть. Молчат. Чирикают. Молчат. Чирикают. Логичнее, мне кажется, было бы сделать то, что там какие-нибудь вороны каркали. Типа, злой лес, все дела, там вороны. Ну, вы поняли. Обмениваются колами, обмениваются тычками. Тычки, кстати, реально мощные уже. У того и у другого 36 душ. Там просто идет terrible damage. Хотя у Бангола все-таки побольше тычечка за счет... разбанда и, конечно же, этих когтей, Blades of Attack. Пятнадцатая минута игры, и еще не было пролито, не было сделано ни одного килла. Это, честно говоря, немножко удивительно. Я прямо даже... Мне вот интересно сейчас стало, что будут покупать себе. Что будут себе покупать игроки. Даже, честно говоря, нет у меня никаких предположений. Пока что один и второй просто фласки себе докупают. Вот Бангол купил себе теперь на жирность еще и браслет, почему бы и нет. В принципе, эти плюс 6 к силе, они очень неплохи. А Дэн Сик просто-напросто купил себе
Power 30, и, в принципе, Power 30 тоже неплохой, неплохой вариант. Вот эти плюс 8 халявные к силе, это круто. Но жертвует он, конечно же, дэмэджем с руки. Я, кстати, тут что-то неожиданно узнал. Короче, в общем, первую пачку крипов стопить нельзя, а вот, типа, остальные можно. Вот, насколько я понимаю, даже шейкером можно было бы делать так, что... Типа, ну, первую пачку, конечно же, пропустить, а вторую ставить фиссуру так поперек, они же, типа, не пойдут после обновления. Хотя это ни к чему было, потому что тауэр бы пушился, а это, конечно же, в любом случае плохо. Но, с другой стороны, были бы под твоим тауэром, что-то эпичное прямо ДНС копит. 1500 золота, возможно, дезолятор будет. Почему бы и нет? По-моему, дезолятор неплохой вариант. Хотя, даже не знаю. Я-то на Исафе вообще не игрок, ни капли просто. Я не знаю, сколько у меня игр на нем. Блин, меньше 5 уж точно. Ой-ой-ой, что делает? Я не озвучу это. Я это не озвучу, потому что, возможно, это секрет. Возможно, это какой-то секрет. Или же нет, нет, нет. Передумал ДНСик. Купил он себе один артефакт, но потом что-то такое, типа, подумал, зачем я это делаю. Выиграть хочется. Посмотрим, что будет приобретать в этот раз. Уже 1900 золота у него. Но это должно быть что-то эпичное. Что-то прям вау. Понятно, что это будет. Ну, почему бы и нет, просто-напросто на статы, учитывая, что ему не хватает всего лишь одного рецепта, и будет он доводить себе этот, что это? Этот клинок. Этот самурайский меч. Вот да. Я тоже, честно говоря, жду хлеба и зрелищ, потому что... Потому что, честно говоря, немножко тухло. Вот если на ВР-ках я смотрел, и мне прям, честно говоря, нравилось, то на СС-чиках так, средненько, честно говоря. Что у Бангола? У него, кстати, тоже 1500 денег. И так-так-так-так-так. Посмотрим, что он... Что приобретать себе он будет. Были бы руны, было бы все-таки чуть-чуть поинтереснее. Ну, как сильно, какие сильные плюхи он отвешивает? Прямо жуть. Просто жестоко как-то. Ну вот, он купил, теперь я могу это вполне озвучить. Появляется у ДНСика Яша. В принципе, почему бы и нет? Опять же, огромный. Ну, много статов дается к ловкости. Это, безусловно, круто. Урончик. Урон, урон, урон. На СФ-ах это, по-моему, самое такое. Самое главное. 1900 денег у Бангола. Что будет брать он себе? Даже не знаю. 2000 у него. Возможно, также брайт-кликом приобретет себе самурайский клинок Яшу. Две 200 уже. Ну, учитывая, что он курьера никуда не отправляет, это что-то будет... Ой-ой-ой, это Blackmail. Кстати, почему бы и нет? Кстати, неплохой вариант. Не из-за того, что... Именно не из-за эффекта. Точнее, помимо того, что эффект такой классный, так сказать, плюс ко всему, еще вот из хороших вещей он для СФ сделан. СФу нужен интеллект, СФу нужна броня, особенно при игре один на один. И Blackmail это все в себе сочетает. Круто, почему бы и нет?
обменит сычка, проезжает то на дачу и что-то не совсем понятную вещь сейчас. Вещь сейчас сделал Дэн Сик. Что-то начал он быковать, стоять один на один. Хотя, кстати, дэмэджа с руки у него было меньше. У него всего лишь 108 плюс 45, а у Бангола 96 плюс 133. Ну, было у него побольше душ, но все равно вроде как дэмэджа с руки у него было чуть меньше. За счет того, что у него не было фейсбутсов, за счет того, что не было у него второго разбанда, вроде как у него дэмэджа было меньше, и стоять было вообще не вариант, учитывая, что есть отдача. Ну и Бангол просто берет, ломает Т1, и это 2-0 в пользу команды, простите, в пользу игрока Бангола, и будем ждать его в финале, а сейчас небольшой перерыв, и ждем вторую пару полуфинала.